Всем привет, всем доброе утро. Ну вот это вот мой сегодня завтрак абсолютно необычный. Творог, я весь съела. Поэтому вот такой вот у меня сегодня завтрак. То есть здесь у меня что? Здесь пекинская капуста, огурчик, вот вы видите. Вот потом одно среднее яйцо, вон желточек видно. И яблоко среднее одно. И где? Вот. И куриная грудка. Вот. И, ну, обычно у меня вот эта емкость-то, как вы помните, полная всегда. А сегодня, ну, она не занимает даже половину. Не занимает, потому что самая широкая часть, половина осталась. И, как всегда, вот он заваривается у меня зеленый чай с клубникой и со сливками. Я сказала. Здесь яйцо, пекинская капуста, огурец. И куриная грудка, яблочко. 5 ингредиентов. Короче, я сейчас с утра витаминную бомбу съем. И белка здесь получается много. И будет все окей. До обеда я легко. У дочи, в свою очередь, в общем, две сардельки. Ну, ага, по-братски. Одна сарделька Монечки, потому что вот она уже сидит. Ждет одна сарделька Монечки, одна Олечки. И вот у нее, значит, как всегда, кофе со взбитыми сливками. Ой, правда, как красиво, слушай. А то. Да, кофе со взбитыми. Со взбитыми сливками. Ну вот и все, будем завтракать. Всем приятного аппетита и нам тоже. Ну вот, посчитала я эти калорийность вот этого моего блюда, вот этой вот, значит, пол емкости вот этого салата. Салат, кстати, бесподобно вкусный. Вот все-таки яблочко, есть яблочко. И, значит, на всю вот эту порцию там 252 калории. Из них белков 25,85, вот, жиров 13,11 и углеводов 7,4. Ну, углеводов можно добрать всегда. Я стараюсь все-таки придерживаться более низкой углеводной диеты. Не всегда, конечно, оно получается, но я стараюсь углеводов есть поменьше. Вот, потому что, ну вот, мне для моего организма это полезнее. Вот, поэтому довольно-таки белковый получился у меня салат. И, ну, вы знаете, даже соотношение 25, 13 и 7 шикарное. Поэтому вот как-то так. И, знаете, я наелась. Я реально наелась. Мне, опять же, не пришлось заправлять ничем этот салат, что в смысле ни сметанкой, ни маслицем, ничем. Почему? Потому что яблочко дает очень-очень хорошую такую сочность салату дает. А плюс к этому салату, я еще вам скажу, я сюда добавила вот этих 6 грамм сливочного масла. Когда я проснулась, я по обыкновению съела этих 6 грамм сливочного масла. То есть вот 252 калории, белки, жиры, углеводы, это вот все вот это вот вместе посчитано, потому что, ну откуда взяться жирам? Аж 13 грамм получается за один прием. Откуда взяться? Из масла. Вот, поэтому вот как-то так. Ну вот такая красота у меня получилась. Я говорю потихоньку, Глеб уроки там учит. Вот. И вот такая вот красотуля получилась. И вот это вот на двоих. И вот я сейчас вам скажу, вот половина вот этой, значит, ну, одна порция, здесь две порции, одна порция будет составлять 38,27 белка, 18,35 жира и 26,98 углеводов. И вот одна порция будет составлять 421 килокалорию. То есть вот так. Очень объемный, очень вкусный будет обед и, ну, довольно-таки некалорийный. Так, ну вот теперь внук сделал уроки, и можно показать вам, более погромче сказать, и показать вам вот эту порцию. Значит, порция довольно-таки объемная. И вот там есть все, абсолютно все. И это такая красота, румяность, вот. Все тут присутствует. И еще я это дело, знаете, приправлю чем? Сейчас скажу. Вот я достала из холодильничка, чтобы это оттаяло. И они оттаяли. Это перекрученные помидоры свежие.
И я сейчас сюда этих помидорчиков подсолю. И будет какая вкуснятина. Так, я повторюсь, в обеде. Плохо или нет было слышно, или хорошо ли. Обед. Белок 38-27. Жир 18-35. Углеводы 26-98. Это на всю порцию, не на 100 грамм, на всю порцию. В одной порции 421 килокалория. Идеальный обед. Идеальный. Опять же, по итогу двух приемов пищи, завтрак и обед, у нас получается 64-12 белка, 31-46 жира, 34-38 углеводов и всего 673 килокалории. Вот здесь вот я дочь, я так выкроила край что-нибудь скушать такое вкусненькое с чайком. Ну и вот, всем приятного-приятного аппетита и нам тоже. Вот мы приехали в парк прогуляться на набережную. Сегодня у нас так тепло, вот так тепло, знаете, не расскажешь. Вот знаешь, с улицы бы, знаете, и не заходил бы даже домой. Настолько тепло, настолько классно, и здесь, главное, даже ветра нет. Вообще обалдеть, вот обалдеть, как... Даже бы сегодня в этих, в осенних курточках, потому что, ну совсем благодать на улочке. Вон впереди Глебка, тоже вышел, приехал с нами на самокате покататься. А батя наш в храме, он у нас всегда в храме. Вот, а мы вот решили кружочек дать, то есть 3-3,5 этих километра сделать. Ну и хоть что-то, вчера вообще нигде не были. У меня аж как-то, знаете, аж как-то настроения не было. Ну да ты что, вот втянулись за вот эти дни. Я же говорю, такой бодрячок прямо, когда походишь. А сейчас идем вот в осенней куртке, да, и прям жарко. Угу. Прямо вот вообще классно, классно, классно. Да, так что мы гуляем. Не забудьте пару рукопожатий. Про рукопожатия мы не забудем. Вот он наш записи. Глебка. Записи. Глебка, можете здоровайся. Здоровайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот с вами некогда разговаривать. Да, конечно, где тебе до нас, что ли? Ну все, пойдем гулять дальше. Носится как вихрь. Ага. Сегодня, главное, воскресенье, а народу на набережной не особо, я бы не сказала, да? Ага. Так что... Не, ну молодежь тусуется. Ну чуть-чуть. А вообще благодать, вот нереальная благодать, вот правда. Ну вот, все, погуляли мы, приехали домой, все у нас хорошо, все нормально. Приехали домой, как раз батя с работы пришел, покормили, попоили его. И сейчас они вот с Глебом опять в морской бой играли. Ну, вот так вот прошел наш воскресный день. Ничего особенного. Ну, вот вы видели, чем мы занимались. И так вот больше... Зато отдохнули. Отдохнули прям. Погуляли вообще классно. Было очень тепло. Вот когда назад возвращались, уже... Ветер какой-то, вот ветер прям холодный подул. Наверное, дело к вечеру, поэтому. Ну и вот, а так, в принципе, зато подышали свежим воздухом, зато прогулялись, зато я своих законных 6 тысяч шагов, конечно, не доходила, но 6 тысяч хотя бы, но находила, и то, слава Богу. Вот. По дому, ага, по дому побегать. Придется побегать по дому. Ну, это шутка, конечно, не буду я бегать по дому. Ну, вот и все. На этом мы вот будем прощаться с вами. До завтра. Мы вас всех целуем, обнимаем, очень любим. Всего вам доброго, светлого, человечного. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи. Пока-пока.